Автомобиль Hyundai был остановлен сотрудниками ДПС за нарушение правил дорожного движения. Во время составления протокола на водителя в салон машины забрался неизвестный мужчина. Злоумышленник не обращал внимания на патрульные автомобили полицейских, которые в нескольких метрах беседовали с нарушительницей. Похитив из салона видеокамеру и два мобильных телефона, мужчина попытался скрыться, но был задержан. Я бегом кричу, все за мной. Что крикнула? Ко мне или что-то на помощь? Ну что-то такое, да. Вот. Я подбегаю, он пытался, дверь осталась открыта, кстати, то есть открыли поступление, на всякий случай, да, не то, что он такси перепутал. Вот, здесь моментально, буквально 2 секунды, сотрудники ДПС и мой ребенок его так вот все захватили, ну и все. Сочинца доставили в дежурную часть. При досмотре у него в присутствии понятых было изъято похищенное имущество. Задержанный утверждал, что не хотел красть, а перепутал Hyundai с такси, которое вызвал по телефону. Увидев припаркованную машину, он сел в салон в качестве пассажира. Вызвал такси, и все, долго не мог его найти. Потом он сказал, переходи дорогу, и он стоял две машины. Он говорит, моя белая. Я сел в белую, сначала женщина подбежала, а потом два сотрудника. В настоящее время по данному факту уже возбуждено уголовное дело. Установлено, что данный гражданин находился в состоянии опьянения, неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имел богатое криминальное прошлое. Санкции статьи предусматривают до 5 лет лишения свободы.